Мяу. Привет. Ты крутый классный раз зашел на Мяусин. Это снова я, Юрий, не выспавшийся. Как будто какой-то король из Англии 13 века. Итак, да, я действительно не выспался, будем сегодня с тобой тупить. Я даже как-то болезненно выгляжу. Скорее всего. Итак, я предлагаю тебе подереть ковер для начала, потому что... Что же еще делать в этой игре? Конечно. Испортить все ковры в этом мире! Итак, нам нужно... Я заметил, что можно вызывать робота, и он будет подсказывать нам, что делать. Нужно выбраться из этой квартиры! Давай, попробуем через главную дверь. Думаю, я смогу ее открыть. У него крутая озвучка. У робота этой летучей блохи офигенная озвучка. Он разговаривает как будто на японском. Ну что ты, прячешься, нет? Куда там дальше бежать? Главная дверь. Вот это, да, наверное? Кстати, я хочу сбросить эти книги. Как в прошлой серии я возмущался. Мне не нравится, как они стоят. Я не приветствую такое. И вот так. Я просто думаю, что за это дадут какую-то ачивку, наверное. Ух, ни хрена себе, ты пнул жесткий диск. Что там еще? Рам лежит. Рам-басарам. Так, ран-васяран. Не оставим вам шанса, мусора. Выбрать предмет из... Прикол. Можно использовать ключ. Побежали. Нажмите, чтобы использовать фонарь. Вау. Вау. Ни хрена себе. Вот это ты лепишь. Класс, а что такая страшная музыка? Не понял. Подожди. Я хочу вернуться послушать радио. А нет, вот что-то звучит. Я просто балдею от этой музыки. Блин, она немножко утихла. Ну ладно, побежали, ладно. Побежали, ладно. Шоколадно. Что здесь? Ду-ду. Ужасно, если бы у меня было пианино и кот... Если бы у меня еще был кот, и он так пробежал по пианино, то у меня бы было полные трусы болтов. А, использовать цифровой ключ. А что, ключ для всего? Ого! Так, подожди. Стой. Где-то должен быть пароль, да? Кот. Стой. Где он? Где он? Ага, нужно сбросить тут говнище. А ну давай. А что отсюда нахрен? Синий. Голубой. Иди отсюда. Так, 3, 7, 4, 8. Хорошо. 3, 7, 4, 8. Нашего кота не бросим. 3, 7, 4, 8. Отлично. Прекрасно. Великолепно. Замечательно. Штынц. Так. А где робот? Спрятался? Прикольный ему звончик такой. Ух ты! Ну и местечко! Тот лифт в два ли... Думаю, он важен. Какой лифт? Этот лифт? Это лебедка-то тут? И что? Далее, хорошо. Я знаю, что нам нужно подняться наверх. Как подняться наверх? Куда? Мы уже вроде на самом верху, дружище. Ты чего? Потерялся? И куда? Аж хрен знает куда. Ну ладно, поехали. Погнали. Что-то мы с тобой медлительно начинаем. Ну ничего. Нужно как-то лампово играть. Расслабляться. Зачем спешить? У нас что-то подсела игруха. Что-то подседает. Что-то подседаешь. Охренеть. Ты смотри. Сколько это вот этих вот яиц. Я прочитал, что вот этих вот спидозных блох, они зовутся зурки. Пидорки, впрочем. Погоди. Я помню аутсайд. Хорошо. Так, что это? Что это аутсайд? Давай, расскажи. Такое ощущение, что я был там раньше. Ты оттуда пришел? Ну там. Я кому-то обещал туда пойти. Но кому? Я без понятия. Это открытка. Рисунок на стене был сделан с нее. Давай возьмем ее. Получен новый предмет. Открытка. Отлично. Откуда у меня эти воспоминания? Как они сюда попали? Пошли дальше. Пошли. Погнали. Так. Восстановлено новое воспоминание. Замечательно. Я не знаю, это сайт... Подожди, показать.
Outside. Мы снова увидим небо, обещаю. Хорошо, я понял. Outside. Ну, то есть снаружи. Outside. Чё оно не... Ну, правильно. Нахрена переводить? Называть территорию снаружи города снаружи? Ну, как-то дешманско звучит. Так, я не знаю, это сайт с заданием собирать воспоминания? Или это все-таки наша главная часть игры, главная часть сюжета, собрать все воспоминания, вспомнить? Наверное, вспомнить роботу, помочь роботу вспомнить, что с ним произошло, потому что он, у него Альцгеймер, он забыл, что с ним происходит. Итак, хорошо, погнали. Я боюсь спускаться вниз, потому что чем больше мы спускаемся, тем больше тварей внизу. Они миленькие, естественно. Они выглядят мило. Но... Ай-яй-яй, ты что? Нет, отпусти меня! Ай, блядь! Он соснул меня, у меня он отсосал голову! Охренеть! Он отсосал у меня голову! Загляделся. Загляделся на прекрасные виды города. Так, надеюсь, не нужно заглядываться, это очень опасно. Ладно, погнали. Вот так мы умерли. Вот так умирают коты в этой игре. Очень опасно. Так, что делать? А, нет! Я надеюсь, что они не умеют за себя запрыгивать, да? Хорошо. Тупенькие. О, я кого-то вижу, стой. Это что, какие-то ножи? А, вот. Охеренная защита. Мне в комментариях написали, что... Когда я вспоминал, откуда... На кого они похожи, мне кто-то сказал, что это... Head... Кроп из Халфы. Трущобы. Хорошо, это охраняемая территория. Отвертки и ножи просто великолепная защита от этого всего. Ты что, испугался меня? А! И что мне делать? Так, стой. Пахнет жареным. Ты что сделал? Идиот! Он включил красную лампочку. А для меня она серая. Потому что я дальтоник, да? Ну, не я, а кот. Он же все видит в черно-белых красках. Так, куда он убежал? Роботы боятся кота. Великолепно, да. Я почему-то бегать не умею. Сейчас, в данный момент. Ты куда? Стой, нет! Не успел. Не успел? Не успел. Так, шаолинский монах. Ты чё? Ты смотри под ноги. Дурин. Ебать, там кот. Быстрее все внутрь. Он сейчас нас всех оближет. Он сейчас нас запачкает шерстью. Что ты хочешь? Самый храбрый, что ли? Да? Надел тарелку на голову, думаешь... Пиздат, что ли? Не тут-то было. Чё ты хочешь? Вот так, глаза смерти. Смотри мне в глазы. Ну что ты хочешь? Что ты? Не бей меня, пожалуйста. Я тебя прошу. Познакомиться. А ну переведи, пожалуйста. Кажется, у них свой язык. Так переводи давай. Ты не зурк. Естественно. Мы не знакомы с такими, как ты. Добро пожаловать в наш поселок. Только, пожалуйста, не ешь никого. Роботы должны быть умными, наверное. Какой-то косолапый программист попался. Не вписал в базу данных код. То есть, если вот так сделать, с экрана, во-первых, с экрана полетит звук, во-вторых, он будет громче. И что это такое? Кто это? Бармен. Или барбер. Сейчас от бармена и барбера отличить от хуй. Хуй отличишь. Какой-то азиатский квартал, потому что они очень по-азиатскому одеты. Говорит с хранителем.
Ты потерялся. Тебе что-нибудь нужно? Показать предмет. Ага, показать. О, фотография Уцайда. Какая нелепость. Лифт не работает. Все знают, что уйти отсюда невозможно. Ну, кроме аутсайдеров, конечно же. Но их уже не осталось, за исключением Момо. Попробуй поговорить с ним, если хочешь, но он давно прекратил все пытки выбраться отсюда. Это к лучшему. Он живет в том здании с оранжевой неоновой вывеской. Где? А, вот. Она, да? Хорошо. Завершить. А, мне еще показали. Я умный, я сразу посмотрел. Я вот такой предусмотрительный. Нажмите, чтобы попросить B12 о помощи. Слышь, блоха, ну давай, помогай. Не стесняйся, вызывай меня в любое время, я всегда рад помочь. Хранитель сказал поговорить с Момо. Он живет в большом здании с оранжевой неоновой вывеской. Он наша единственная зацепка, чтобы выбраться отсюда. Я буду так озвучивать роботов, потому что они должны так звучать. Почему бы нет? Так, можно с кем-то попозарить? Так, у тебя... А ну давай, потрёмся об твою ногу. Привет, дружище. Можно что-то с тобой еще может поговорить? Ты потерялся, что тебе нужно? А, ладно, я понял. Так, ребят, у вас тут пиздат ковер. Просто охеренный. Я первый раз такой вижу, какой-то египетский. Он с Турции, наверное, я не знаю. Я подеру его немножечко. Смотри, медитирует. Познакомиться. Ты нас так напугал. Мы думали, что ты зурк. Показать. Ох, как красиво. А с этим познакомиться нельзя? Он что, самый борзый? Это пахан какой-то, да? Самый здоровый. А, не, точно такой же сидит. А, ты правда думал, что поедешь на лифте? Я никогда не видел, чтобы эта штука работала. А мне завтра исполнится 374 года. А, подожди, Ронин. Да-да-да, конечно, подожди, я покажу тебе штуку одну, фотографию, представляешь? О, прекрасная мечта, как жаль, что это всего лишь мечта. Хорошо, привет. О, зачем туда подниматься, там ничего нет. Так, что это у вас? Какой пиздатый диван. Можно его подереть? Я хочу подереть у вас диван. Может, что-то поскидывать у вас? Можно, нет? Нельзя. Так, еще с одним пассажиром поразговариваем. А? Пожалуйста, не прерывай мою медитацию странными изображениями. Я знаю, какая это медитация. Мастурбация. Смотришь порнух в интернете. Они всегда онлайн подкреплены. О, привет. Здорово. Я ухаживаю за растениями. Люди их усовершенствовали. Теперь мы им требуется очень мало света. Ни хрена себе. Какие люди у вас умные. Я просто добавляю немного воды и смотрю, как они растут. Поистине удивительная технология. Так. А, некоторые пытались найти выход из города. Это печально для них закончилось. Хорошо, мы поняли, что выход в аутсайд, там, где мы находились изначально, там никакого, конечно, пляжа не было. Там, ну, как минимум, там было небо. А это что такое? Это не небо, это что такое? Имитация неба? Хрена себе. Ладно. Хорошо. Куда идти? Погнали, погнали. Нам нужно в дом с оранжевой вывеской. Я думаю, что пока мы будем со всеми разговаривать, пройдет очень много времени. Поэтому я предлагаю тебе отправиться сразу в дом с оранжевой вывеской. Вот он где-то здесь. Вот он как раз здесь и находится, естественно. Правильно? Эч! Опа! Перевести. Объявление. Ищу ноты для игры на гитаре, чтобы поднять настроение. Если найдете, принесите мне. Я живу рядом с лифтом. Сайт задания, да, наверное? Хорошо. Я живу рядом с лифтом, где? Маруск, ладно. Хорошо. И как на тебя залезть? Оранжевое здание. Как к тебе добраться? Здесь? Я не думаю, что я смогу так добраться высоко, правильно? Нет, не получится. Что это запомнить? Что это было? Покойтесь с миром, люди. Хорошо. Люди были, блядь. Били друг друга и вымерли. Люди были первыми обитателями этих мест. Похоже, они все мертвы.
Как ты думаешь, каково это быть мертвым? Знаю, что это глупый вопрос с моей стороны, но действительно ли они обрели покой? Обрету ли я покой, когда умру? Я не знаю, что смерть значит для искусственного интеллекта. Прости, не хотел портить настроение. Пошли дальше. О, вот как ты, смотри. Хорошо. Есть сайт воспоминания, прекрасно. Я знаю, что я делаю. Взять энергетический напиток Speed 2K. Вау! Оцифровал его. Какая прелесть. Прекрасно. Теперь мы можем раскачиваться, да? Как бы RPG, или это будет какой-то прирост в силе, в скорости на определенный промежуток времени. Так, дружище, у тебя оранжевый экран. Ты Момо, да? И потому что ты... Или ты тот, которому нужны нот. Зои. Этим ребятам лучше перестать ронять ведро с краской, иначе Космо разозлится. Упс. Так, давай покажем предмет. Смотри, что взял. Что у меня есть? Что это? Пляж? Никогда не видел. А, никогда не слышал об этом. Ладно, хорошо. Как забраться... Как взобраться наверх? Так, давайте подумаем. Я уже подумал. Погнали. Я уже нашел, куда идти. Эч, с роботами интересно общаться. То есть, это, наверное, для тех, кто захочет пройти игру прям в одиночку, просто не как бы наслаждаться по полной. Но, к сожалению, у нас нету столько времени, иначе у нас прохождение продлится, я не знаю, месяца два. Это было бы прикольно. Но на подходе есть другие игры, поэтому будем... Так, что вы делаете? Мы будем отделять времени столько, сколько нужно. Так, ребят, что вы сделаете? Что вы здесь делаете? Вейпор, пожалуйста, не беспокой ее. Она такая неуклюжая. Мито, так, Мито. Мы уже почти у цели. Осталось найти Момо. Можно я сюда? Нет, ты что? Блядь, я думал, сейчас убьется. Так, ты кто у нас? Вейпор, осторожно, не нужно сосредоточиться. Не хочу уронить это ведро. Я понял, хорошо. Они красят дома в синий цвет, чтобы разнообразить свою жизнь. Типа, чтобы было небо, наверное. Так, хорошо, мы почти у цели. Я вижу. Я гляжу и вижу. Я сплю и вижу. Я ем и вижу. Я сру и вижу. Я вижу всегда все. Так. Ага, все, я вижу. Я вижу. Привет. Ох, ничего себе у тебя. Картина какая. Правильно. Расстроился? Донди не работает. Поиграешь с одним в Марио. Мне просто интересно. Люди разработали, усовершенствовали растения, но так и не добрались до мониторов LED плоских. Так, дружище. Я что-то у тебя возьму. Ай-яй-яй. А какая прикольная у тебя штука? Какая штука прикольная? А какая штука прикольная? Так, что это у тебя? А, ты смотри, он теряет управление. То есть он не идет туда, куда я поворачиваю. Прикольно. Так, подожди, ты его... А, то есть оси полностью поменены. Если стик направо, он идет налево. Ладно. Кот сам ее снял. Подумал, что полная херня. Юрий, что ты делаешь? Естественно, подереть ковер. Конечно, все. Самое главное в этой игре мы сделали. Привет, Момо! Бесполезно. Зачем я их отпустил? Теперь я совсем один. Эй, ты, чего тебе надо? Держи. Вот. Это фотография аутсайда. Ты хочешь туда попасть? Даже не пытайся. Это пустая трата времени. Это принесет тебе только одиночество и разочарование. Мои друзья тоже об этом мечтали, но теперь они пропали и остался один. Я не знаю, где они. Я пытался с ними связаться, но этот... приемопередатчик не работает.
Мы с друзьями вели записи наших исследований аутсайда, вот возьми мои, если действительно хочешь туда попасть. Какой добрый человек, сразу все военные тайны выдает, все, что нужно. Ему оно уже не нужно. Записная книжка Мамо, одна из четырех. Теперь ты сам по себе, я завязал с аутсайдом. Удачи! Ладно. Мамо выглядит очень грустным, он скучает по друзьям. Давай посмотрим записную книжку, которую нам дал. Манифест аутсайдеров. Ты что? Мы должны попасть в аутсайд любой ценой. Мы должны защищать наших братьев и сестер. Мы должны держаться подальше от зурков. Какая-то молитва. Подпись. Клементина с Балтазар, Док и Мамо. Похоже, имя Мамо было добавлено позже. Думаю, нам нужно найти другие записные книжки. Без проблем. Почему бы и нет? Запомнить. Хорошо. Назад домой 2. Это какая-то новая игра? Обратно домой 2. Я помню эту видеоигру. Да? Я не играл. Какой позор. Мне кажется, ее разработали незадолго после моего создания. Плохо помню. Мы с ученым много в нее играли. Было весело, я скучаю по нему. Почему я не могу вспомнить его имя? Потому что, наверное, робот вкачал в себя, в тебя. Так, наверное, есть. Я раскрыл самую главную загадку этой игры. Так. Хорошо. Давай посмотрим напиток. И давай посмотрим книгу. Посмотреть. Показать. Это записная книжка, которую нам дал Мамо. Здесь написано... Ага, хорошо, я понял. То есть больше ничего. Ладно, выйти. Погнали. Это чё? Аутсайдеры. Ага. Так. Прыгай. Прыгай. Я думаю, за это дают ачивки по-любому. Не может так просто быть, чтобы в каждом дому стояли одинаковые книги. Это прикольно. Это прикольно. Я думаю, как я уже упомянул, миллионный раз за это просто дают ачивки, больше ничего. Я так подозреваю, я, конечно, не уверен, но... О, взять ноты. Принц. Ага, вот как. Но это будет сложно все это собрать. Я не думаю, что я пройду все сайт-задания. Перевести. Так, что это? Город имеет цилиндрическую форму диаметром 450 метров. Над нами есть еще один уровень города, как будто есть потолок. Если верить моим книгам, за ним скрывается большое голубое небо. Конечно. Естественно, тебе нужно просто было залезть. Понял. Они не выходят к зуркам. Но откуда мы пришли, можно просто. Этот символ на стене совпадает с символом на записной книжке. Какой? Ага. Понял тебя. Есть! Похоже на зацепку, естественно. Погнали. Я вот что думал. Почему они не могут добраться до того места, где я упал? Потому что если пройти немного внутрь, когда мы слышали, как наши коты нас зовут, наши братья и сестры, наше дама сердце, как я по ней скучаю, они могли бы увидеть небо с того ракурса, с которого мы смотрели в начале игры, когда упали. Но так как они боятся, очень боятся зурков, невероятно просто, смотря на их реакцию, как они на меня реагировали, тогда я могу предположить, что они никогда не выбирались за пределы своего места жительства. Так, кто-то здесь обитает. Кто здесь обитает, интересно? Макс. Ой, ой, я не хотел. Я хотел, я специально это сделал. Извините. Так. Что здесь может быть? Какая-то зацепка. Ага. Так, взять записная книжка 4-4 Клементин. Штенц. Записная книжка у Цайра. На ней тоже логотип. Что и на той, которую дал нам Мама. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Клементина. Все идет по плану, нам удалось связаться с верхним уровнем до того, как приема перед
приемопередатчик вышел из строя. Они находятся в месте под названием Midtown. Так, вместе под названием Midtown. Хорошо. По всей видимости, оно находится под контролем какой-то жесткой власти. Гачимучи, да? Я недавно говорил с Момо. Его глаза. Я знаю этот взгляд. Он не пойдет с нами. Угу. Два дня нам другие записные книжки. Я только за с тобой. Я только за. Блоха. Погнали. Хорошо. Хорошо. Где их искать? Клементина. Клементина. Ну, ой-ой-ой. Так, нам нужно кому-то показать книжку. О, стой. Взять ноты. Ага. Мы их соберем? Я думаю, что нет. Ты что, дерешь железную дверь? Ау, как больно. Ты что, с ума сошел? Коты разве дерут железную дверь? Они могут драть других котов. Но никогда не железную дверь. Они могут надирать задницы. Котам поменьше, либо котам такого же размера, или маленьким тупо головой, ебать, запустил бутылку в искусственное небо. Первый запуск бутылки в космос. Так, слышь, что ты развлекся? Давай побазарим. Какой-то мечтатель. На эти круги света приятно смотреть, но я хочу когда-нибудь увидеть настоящее небо. Так. Записная книжка Клементина Момо. Давай покажем записную книжку. Смотри. О, да. Все здесь знают этот символ. Это аутсайдеры. Чё с ним? Они живут на верхних этажах района. Об этом ты можешь поговорить с Момо. Хорошо. Показать другой предмет. Давай вот этот. О, да, все эти знают этот символ, это аутсайдеры. Они живут на верхнем этаже. Так, хорошо. Погнали обратно к Момо, наверное, да? Покажем ему книжку, которую мы нашли. И он, может, нам подскажет, куда идти. Правильно? 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 О, правильно. Здорово. Привет, я вернулся. Привет, маленький кот. Все еще ищешь эти бесполезные записные книжки? Да, вот одна из них. Смотри. О, ты нашел записи, которые оставили Клементина. Она была очень храброй, знаешь ли. Самым бесстрашным роботом, которого я когда-либо встречал. Ага. Все, да? Ладно. Я так понимаю, что Момо бесполезен. Нужно искать вот такие вот знаки. Вот, еще один. Я его уже заметил. Как я его приметил-то? Метка. Так, стой, подожди. Спускайся. Быстрее! Штинц. Клац. Так. Ха! А! Повредил, да? Ударился. О! Чпоньк. Красная кнопка смерти. И распидорасила город. Просто с пульта. Очень интересные статические новости. Так, какой-то робот на меня смотрит, но я предлагаю, конечно, для начала прибежать вот сюда. Ой! Так. Первым делом. Книги. А вот записи, а записи потом. О! Ого. Здесь труп, ребята. Ребята, у нас труп, выезжаем. Роботозавр. Как развить искусственный интеллект, чтобы стать таким же креативным, как настоящий человек? Том 42. О-о-о! Вот оно. Все это, да? Угу. Так, люди, роботы стараются вести себя как люди. Но это нереально. Невозможно. Просто невозможно. Ты робот, а не человек. Штинц. Я надеюсь, что не пропустил главную деталь, которую можно было бы взять, ставши на книге. Так, стой, я что-то там увидел. Что это? Так, ты запрыгнешь? Не запрыгнешь? Что там есть? Так. Всем спасибо. Всем мяука. Так, хорошо, вставай. Хватит спать.
сколько коты спят в сутки? Ну, наверное, часов 18, да. Я как не увижу кота, так он как не лижет себе яйца, так спит. Так, давайте займемся серьезным делом. Где же наши записи? Я знаю, что он сейчас подерет диван. Так. Где наши записи? Не работает. Так, подскажи. Две записные книжки, осталось еще две. Нужно обыскать заброшенных квартир района. Они должно быть видно с крыш. Ищи логотип аутсайда. Какой ты умный, ё-моё. А мы уже здесь. Где еще записная книжка? Что это? Ага, вот. Эй, док, я нашла ключи от твоего сейфа. С ними надо быть осторожным. О! Прятать сейф за кучей книг. Не лучшая идея библиотекарши Джейвс. Прятать сейф за кучей книг. Где? Ну, это по-любому, наверное. Скорее всего, не здесь, да? Но здесь где-то должна быть записная книга. Где она? О! Я нашел! Ай-яй-яй! Не зря я книги сбросил. Не было видно сейф за этим всем. Дерьмо. Так. Вот этот вон. Вот это вон, так. Книга, конечно, естественно. Взять. Молодец! Еще одна записная книжка. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Док. После нескольких недель исследований... я объединил спектрометр с мощной ультрафиолетовой лампой. Это должно помочь нам от геморроя. Отбиться от зурков по пути. Первоначальная попытка увенчалась взрывом. Возможно, мне придется провести испытания в реальных условиях. Давай найдем другие записные книжки. Хорошо. Я только за. Так. Зурки боятся ультрафиолета, да, я так понимаю? Я надеюсь, что у нашего робота встроен ультрафиолет. Или все-таки нет? Так, хорошо, осталось еще. Еще одна записная книга. Смотрю книгу, вижу фигу. Так. Вот где-то вот там, да? Вот что-то такое синее подозрительное. Слышь, дружище. О, это ты, привет. Ты выглядишь странным и маленьким, но что-то в тебе есть. Я очень хочу тебя погладить, но не буду, потому что не понимаю, зачем. Ладно, хорошо. Итак, давайте залезем на самый верх. Еще раз посмотрим, где у нас есть вывеска. Здесь мы были, там мы были, здесь мы были, а вот там вы вот еще и не были. Вот оно. Ты прыгни, не достаешь. Не достает. Плохо. Плохо! Не расстраивай меня, коте. Нужно доставать. Давай. Запрыгнешь? Конечно. Теперь доволен. А теперь недоволен. Хорошо, погнали. Вот как-то так. Очень много всяких путей, скорее всего, которыми можно добираться до пункта назначения. Просто их, наверное, десятки. Так. Везет? Да. Так, как забраться? Перевести. Это что? Электроснабжение, вентиляции? Я понял. Нужно выключить. Давай бросим для начала. Пусть лежит. Как? Где? Вижу окно. Так, вижу окно. Как? Куда? Зачем мы выключили вентиляцию? Где-то есть дырка, в которую можно залезть? Или нет? Где он отключил вентиляцию, коте? Подсказывай. Котяо. Где? Так, я пока спускался, нашел еще одну запись. Поразительно, компаньоны очень сильно эволюционировали. На первых порах их простой ИИ всего лишь имитировал человеческое искусство. Я думал, интеллект. Теперь все это принадлежит им. Люди часто говорили, что искусство важно в безвыходных ситуациях. Сейчас ситуация, безусловно, безысходная. Хорошо, прекрасно. Так.
Конечно, естественно. Здесь, оказывается, есть дырка. Так. Я потратил, наверное, минут 5, чтобы ее обнаружить, потому что невероятно залезть в этот дом снизу. Даже робот подсказывает, что нам не нужно ходить по этим вот бесполезным улочкам. Так, напился. Мы уже попили раз за 4 и ни разу не пописали. Меня это немного настораживает. Так, что с тобой? Тебя нужно поднять, да? Опустить? Что с тобой сделать? Хорошо. Прикол. Так, это, скорее всего, короткий путь. Мне туда не нужно, я так понимаю, да? Потому что мне что-то здесь нужно найти. Где ты прячешь свою записную книжку? Док, где она? Может, она здесь? Нет. А может, она здесь? О! Что это? Пакет. Бесполезная хрень. Так, ладно. Я понимаю, что здесь ничего нет. Значит, нам это не нужно. Да спустись, пожалуйста. Рыжий. Погнали. Куда дальше? Ха! Что делать? Ха! Нет, ты что сделал? Куда? Ты чего? Дурачок ты мой. Дурина. Спускайся. Батарея пропала, да? Хорошо. Значит, где-то здесь. Где-то здесь. Ага, вот! Она оказалась одной из коробок. Наконец-то последняя записная книжка. Кажется, это принадлежит какому-то Сблтазар. Все следы органической жизни исчезли, за исключением тех, кого мы называем зурками. Они едят практически все, что движется и разражается с невероятной скоростью, как будто быть запертым в этом городе было недостаточно. О! В этой книжке есть записка. Там написано: «Фреомопередатчики есть конструктивный недостаток, но кажется, я понял, как его исправить. Вот уравнение. Это должно помочь Мамо починить приемопередатчик. Если свяжемся с верхним уровнем, это может стать нашим пропуском наверх. Давай покажем ему, что мы нашли». Естественно. Я только за, дружище. Я только за. Ай-яй-яй, что ты пристала ко мне? Отстань! Коробка-убийца. Коробка-насильник. Коробка-трах. Кататрах! Так, погнали. Благо, что наш Момо находится очень близко. От нас. Эч, давай быстрее беги. Чё ты нагнулся? Серёж, что ли? Быстрее. Привет! Привет, маленький кот, все еще ищешь бесполезные записки, да, естественно, вот, держи. Так. Сблтазар, вот. Это записная книжка Сблтазара, верно? Я редко понимал, о чем он говорит, но он был очень мудрым. И все? Это все, что ты хочешь сказать? Так, подожди. Робот. Какая-то херня происходит. Мы нашли записные книжки 4 аутсайдеров и записки о том, как починить приемопередатчик. Давай отнесем это Мому в здании с оранжевой выноской. Я здесь уже. Привет, хорошо, а как? Ну, книжка Мому, записная книжка Док. Вот это показать? О, это принадлежит Доку, он был настоящим знатоком электроники и прочего. Он всегда стоял на пороге великого открытия. Погоди, ты действительно нашел все записные книжки моих друзей? О, что говорится в этой записной книжке? Приемопередатчик можно починить? Это верно. А, это невероятно. Это значит, что у нас будет связь за пределами трущоб. Клементина Сблтазар, Док, мне жаль, что я вас сомневался. Обещаю вам, я найду способ выбраться на поверхность. Что с ним? Он хочет рыгнуть? Чего он трясется? Спасибо, возможно, мы сможем найти для тебя путь наверх. Теперь давай починим этот кусок хлама под названием приемопередатчик. Это телевизор. Это ящик.
Иногда он бывает хорошим, иногда он бывает злой. Там показывает всяких соловьёбов. Минетаньян и Пуйла. Вуаля, работает. Пойдем со мной. Погнали. Прикольный тип. Что, куда? Вау, ничего себе. Там наверху видишь то здание, возвышающееся над остальными. Это кран, дружище. Это не здание. Да, вижу. Если установишь прямой передатчик на самом верху той башни, мы сможем общаться со всем городом. Возможно, мои друзья все еще там. Если выход есть, они об этом узнают. Получи новый предмет. Wi-Fi роутер. Ты единственный, кто достаточно мал и быстро, чтобы увернуться от зурков. Ты нужен нам, маленький аутсайдер. Помоги нам увидеть небо. Хорошо. Ладно, это сделаю. Я это сделаю. Здесь, правильно? Погнали. Что? Крыши! Ага, вот-то как! Уже здесь начинаются вот эти вот падлы. Ни хрена себе. Они жрут мусор. Они жрут... Так, что ты дергаешься? Они жрут целлофановые пакеты. При этом размножаются и растут. Так, мяукайте Б, чтобы привлечь врагов. Зачем? Это хреновая подсказка. Игра. Просто невероятно хреновая. Они уже сами по себе привлечены. Ни хрена себе, какие они быстрые. Офигеть. Это невозможно. Так. Оп. Оп. Оп, как я их ловко обманул. Идите нахуй. Они похожи на поросят, которым отрубили голову. Так, прошла сохраняшечка. Я предлагаю тебе продолжить следующую серию. Потому что я обещал, что серия должна быть маленькими, коротенькими. Но вот она на 40, уже на 48 минут. Ну, для меня, наверное, тебя будет 40. Уже есть. Для тебя она 40. Ну что я это говорю, блядь. В конце видео нахуя. Итак, ребят. Я не застыл, я еще здесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с вашими друзьями. Ебашьте в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С ноги можно ебашить, я разрешаю. И встретимся в следующей серии. И где моя кнопка? Вон она здесь. Все, всем спасибо, всем пока.